Это нельзя. Из кабинета не выходить, пока президент не покинет здание. Все, что вы услышите на этой встрече, разглашать запрещается. Это изымаю. Запрещенное что-нибудь есть? Если бы было, я бы вам сказал. Welcome. First time? Yeah, their colleague couldn't come. And here I Why am. Why not someone else? Good luck. That's my daughters. Thank you.
Добрый день. Добрый день. Добрый день, пожалуй, начнем. Good afternoon, let's start. На мой взгляд, ситуация обострилась до предела. Уже есть потери среди мирного населения. Все это негативно сказывается не только на нашей, но и на вашей репутации. This negatively affects not only our, but also your reputation. I'm sorry, but what does our reputation have to do with it? Officially, we did not send regular troops into the conflict zone. Прошу прощения, но при чем здесь мы? При чем здесь вообще репутация? Официально мы не вводили регулярные войска в зону конфликта. Но официально и наших войск там нет. Но давайте не будем делать вид, что наши стороны не причастны к этим событиям. Your suspicions are ungrounded. Ваши подозрения безосновательны. We are trying to defuse the conflict, not escalate it. Погасить конфликт, а не усугубить его. У нас есть все основания полагать, что вы являетесь непосредственным агрессором. При этом, как обычно, прикрываетесь миротворческой деятельностью. Я настаиваю на принятии наших условий. We are aware of your position. Мы в курсе вашей позиции. But don't forget who has the global advantage. Но не забывайте, у кого глобальное преимущество. By the way, I would like to remind you about our technological superiority. Кстати, хотелось бы напомнить о нашем технологическом превосходстве. Вы многого о нас не знаете. You don't know much about us. В любом случае, не пытайтесь меня испугать. Do not try to scare me. Нам известны все ваши слабые места. I want to warn you that in case of provocations on your party, мы будем действовать с позиции силы. And there is no other way. Не забывайте, что я представляю интересы великой нации. Я не позволю пренебрегать ими. Not allow to neglect this interest. You are not the only great nation on the planet. This situation is unacceptable for us, especially when it comes to the deaths of civilians. Когда речь идет о гибели мирного населения. Насколько я понимаю, вы отвергаете наши условия. This is not suitable. Они нас не устраивают. В течение 48 часов мы будем вынуждены прибегнуть к силовому методу решения вопроса. We will be forced to... С использованием всех имеющихся у нас ресурсов. В случае несоблюдения условий нашего ультиматума. Sorry. Within 48 hours, we'll have to review our attitude to this issue once again. I needed to have a consultation with experts. I suggest that we should return to this problem next week. Well. Perhaps this is the best solution for the current situation. Что ж, пожалуй, это... A difficult week awaits us. But you should know that we are ready to take decisive measures. Господин президент, дело в том, что мой коллега... Точнее, госпожа президент,
заявляет, что, возможно, ваше решение – это поспешная мера. Ей требуется еще немного времени, чтобы обдумать ваше предложение. Неделя. Неделя – подходящий срок. Хорошо. Думаю, на сегодня переговоры можно считать оконченными. Но через неделю мы должны полностью урегулировать все спорные моменты. No objection. Let's sleep on it. Возражений не имею. Давайте спать на нем. Извините, возражений не имею. Нужно переспать с этой мыслью. Всего доброго. A week. What will happen in a week? Not our shift. Ты думал? Тут по-другому никак. Сраная геополитика.